Птичий грипп обнаружен в Самарской области. Очаг вспышки зафиксирован в селе Красная Горка Челновершинского района. В личных пособных хозяйствах погибло 15 кур. Лабораторные исследования отобранных туш были доставлены в Федеральный центр охраны здоровья животных в город Владимир, где и был выявлен геном вируса гриппа А. Сейчас в очаге заражения проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия, установлен контрольный пост. После выхода специального постановления регионального правительства все птицы в карантинной зоне радиусом в 5 километров будут ликвидированы. В селе Красная Горка, по предварительным подсчетам, в частных подворьях находится не менее 1500 домашних кур.